Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы дальше исследуем радиостанции на два диапазона, построенные на RDA-чипах. Сегодня у нас на обзоре радиостанция от компании Lyra, называется она P580UV. Она работает в диапазоне 136-174 и 400-480 МГц, мощность у нее 5 Вт. Она попроще модели, например, Терек РК-322 по своей функциональности, то есть здесь нет встроенного кросс-бенд репитера, здесь не два независимых приемника ON1, который может перебирать частоты между собой, то есть вот эта кнопка отвечает как раз за работу в одном диапазоне, либо в другом. Соответственно, также у Терека, напоминаю, две кнопки передачи сразу. Здесь такого нет. То есть управление классическое. Она больше, скажем, похожа на радиостанцию FT60R, например, либо Alinka DJ500. То есть просто вы можете использовать два диапазона частот, набирать номиналы частот с клавиатуры с полноценной. И, соответственно, использовать станцию сразу и в 2-метровом диапазоне, и в 70-сантиметровом безлицензионном диапазоне. Начнем, как обычно, с комплектации и далее перейдем к тестам. В комплекте поставки идет следующее. Сам приемопередатчик, аккумуляторная батарея, литий-полимерная. Производитель заявляет емкость 2400 мАч. К сожалению, в реальности емкость батареи оказалась опять меньше. 1886 мАч мы измерили в своей лаборатории. То есть это все равно приличная емкость, но вот, к сожалению, на 600 мА она ниже заявлена. Антенна портативная идет в комплекте, она вседиапазонная, то есть принимает и вещательные FM радиостанции, и диапазон 136-174 и 400-470 МГц. Сетевой адаптер для питания радиостанции, для зарядки внутреннего аккумулятора от сети 220 вольт. Здесь сразу особенность. Выходное напряжение 9,2 вольта. Соответственно, вы не сможете использовать заряд от какого-то другого сетевого адаптера, кроме вот такого родного, несмотря на то, что здесь выход стандартный USB. То есть напряжение 9,2 вольта. Мы пробовали не такой адаптер от компании Ugreen, например, мы брали, он станцию не заряжает. Далее идет кабель. С одной стороны у нее, у этого шнурка USB Type-A стандартный разъем, а с другой стороны вот такой вот архаичный разъем, уже архаичный на данный момент мини-USB. То есть станция подключается для зарядки именно через такой разъем. Вот такой ремешок для ношения радиостанции на запястье идет в комплекте. Клипсы крепления радиостанции на поясе. Инструкция на русском языке. Конструкция радиостанции. Радиостанция выполнена вот в таком двухцветном корпусе, черное с красным. Управление у нее необычное, но сразу скажу, удобное. То есть все назначения кнопок понятны и, в принципе, часто используемые функции здесь как раз вынесены отдельно. Клавиатура мелковата. Она, конечно, не идеальна для управления. Есть клавиатура и получше. Но, в принципе, нечто среднее. Не совсем плохо. Я скажу, что нормально управляется. Она, в принципе, ложных срабатываний фактически нет. Далее на передней панели у нас посередине расположен динамик. Микрофон находится вот здесь. Жидкокристаллический дисплей обычный, сейчас я его включу, посмотрите, по качеству нам он понравился. Сверху у нас расположено следующее. Антенный разъем, SMA-вилка стоит на станции.
Далее светодиодный фонарь посередине и вот такой большой регулятор громкости. Здесь сделана также красная насечка, соответственно, вы можете наблюдать уровень громкости сразу и, в принципе, использовать данный регулятор в перчатках. Есть наплыв на станции, чтобы вы в кармане случайно не регулировали громкость. Теперь слева у нас расположена кнопка передачи. Она вот такая тоже двухцветная и пластиковая, не резиновая. И две функциональные кнопки. Назначение через меню, к сожалению, не переназначаются. То есть нужно подключать к компьютеру, тогда функции можно переназначить. А далее справа у нас вот под такой заглушкой откидываемой есть разъем двухконтактный, стандартный, совместим с радиостанциями Kenwood. По своему исполнению конструктивному радиостанция соответствует влагозащите и пылезащите IP54. То есть это защита от брызг и от пыли. Далее у нас металлическое шасси. Клеммы аккумулятора располагаются снизу. Аккумулятор крепится следующим образом. Заводятся выступы на станции ножки аккумулятора и защелкиваются сверху защелкой. Чтобы снять аккумулятор, нужно отвести защелку вниз и вытащить аккумулятор. Так. По поводу загрузки станции, давайте сразу я ее тогда антенну подключу и станцию включаем. Станция запускается достаточно быстро, и дисплей имеет вот такую белую подсветку. Подсветка равномерная, по качеству исполнения дисплей нам нравится. Давайте я попробую набрать тогда частоту, покажу вам, как клавиатура удобна или нет. То есть вот без проблем клавиатура вполне приемлема. Давайте я вернусь, чтобы помех на этом канале было меньше. Так, теперь по поводу кнопок. SD кнопка переключает либо слежение за двумя каналами, либо за активным каналом. То есть если горит символ S, соответственно, мы работаем только на одном канале. Если горит символ D, то станция автоматически отслеживает два канала. Вот такая особенность в управлении. Далее активный канал меняется кнопкой AB. То есть либо мы с этой частоты ведем передачу, либо с верхней частоты. Это все переключается этой кнопкой. Режим VFO, MR, я так понимаю, вы догадываетесь, что это? То есть это либо работа в канальном режиме, либо это ввод частоты вручную, то есть в режиме VFO. Далее, в принципе, здесь кнопки классические, то есть это вход в меню, это выход из меню, это навигация по меню. То есть сверху регулятора, как у Vauxhall, например, или у Терека, нету дополнительного, то есть навигация только кнопками. Также на клавиатуру нанесены часто используемые кнопки. Соответственно, нажимая кнопку меню и клавишу какую-то из этих, мы получаем быстрый доступ к изменению того или иного параметра. Например, нажав на меню и на TXP, мы можем выбрать величину выходной мощности. Далее, чтобы изменить какой-то параметр меню, мы должны еще раз нажать на меню и выбрать стрелками, соответственно, нужное значение данного параметра и зафиксировать. То есть вот сейчас я поставил высокую выходную мощность. Так, по поводу шумоподавителя тоже, смотрите, шумоподавитель стоит на минимальном уровне, и это для проверки чувствительности дальше. Так, ну какие клавиши назначены по умолчанию, давайте я вам покажу. То есть на короткое нажатие на верхней кнопке ничего не происходит. По длительному нажатию отключается шумоподавитель. Кстати, да, расположение индикатора приема передачи тоже необычное, но вот здесь над клавишами находится слева. Теперь нижняя кнопка. Короткое нажатие включает фонарь светодиодный. Длинное нажатие включает FM-приемник.
Ну, я говорю, что эти кнопки можно через программное обеспечение переназначить. Далее, по поводу самого меню. Давайте я, как обычно, вам тогда продемонстрирую, какие есть в нем параметры. Быстро пролистаю, а вы посмотрите тогда на замедленном просмотре, какие есть параметры. То есть всего 37 параметров у нас задано. Ну вот управление такое, в принципе, удобно, никаких вопросов не вызывает. Дисплей всегда виден, так как он ЖК, не надо постоянно активировать его. Соответственно, тоже подсветку можно либо на постоянную включить, либо ее вообще отключить, либо вот как сейчас она по умолчанию работает в режиме авто. Так, теперь по поводу заряда батареи. Снизу у нас расположен вот такой порт мини-USB под резиновой заглушкой. И, как я уже сказал, особенность у него такая, что на него нужно подавать напряжение 9,2 вольта. Ток заряда при этом составляет 0,7 ампера, ну то есть достаточно быстро. Аккумулятор в среднем он заряжает полностью где-то в районе 3-4 часов. То есть все бы было без проблем, если бы питание было, конечно, универсальным, желательно, потому что в данном случае приходится с собой тогда брать постоянно вот этот адаптер нестандартный, ну то есть именно родной от радиостанции. Вот такая особенность. Проверяем выходную мощность. Частота 136 МГц ровно. 4,8 ватта, 145 МГц ровно, 5,8, отлично, 174 МГц ровно, 5 ровно, 400 МГц ровно, 4,8 ватта, 434 МГц, 5,2 ватта, отлично, 446 МГц ровно, 5 ватт ровно и 470 МГц ровно, 4,2 ватта. Ну что, все хорошо с выходной мощностью, особенно на любительских диапазонах 5,8 на 145 и 5 с небольшим на 434-446. Хорош, хороший результат. Так, проверяем чувствительность радиостанции. Напоминаю, что в SQL шумоподавитель у нас стоит на минимальном уровне. Соответственно, проверяем чувствительность на частоте 145 МГц ровно. Увеличиваем амплитуду сигнала с генератора. Минус 127 dBm. Так, теперь 434 МГц ровно увеличиваем. Минус 127 также. Ну, хорошее значение. Вопросов по чувствительности нет. Проверяем избирательность по соседнему каналу. То есть отстроились мы на соседний канал. И со значением чувствительности начинаем увеличивать амплитуду. Смотрим, на каком сигнале шумоподавитель откроется от сильной помехи на соседнем канале.
минус 98 dBm. Минус 98, соответственно, мы получаем значение избирательности по соседнему каналу 29 единиц. Теперь на 434 проделываем то же самое. То есть увеличиваем амплитуду сигнала, тоже смотрим также с минус 127 dBm. Тут даже 97 он уже открывается. Тогда здесь ровно 30 единиц у нас избирательность. Ну, отличное значение, что по чувствительности, что по избирательности. Все отлично. Начинаем измерять токи потребления. Как обычно, начнем тогда измерять ток потребления при выключенной радиостанции. То есть подаем напряжение такое же, как с аккумулятора, ну, эмулируем, грубо говоря, работу радиостанции с подключенным аккумулятором, но питание станции выключено. Посмотрим, потребляет ли она в этом режиме. Напоминаю, что у Волксунов есть такая особенность, то есть они потребляют около 2 мА. У модели КГ-УВ8D+ получилось такое значение. То есть, соответственно, станцию нельзя надолго оставлять подключенной, даже в выключенном состоянии, потому что она постепенно аккумулятор разрядит. Посмотрим, что у этой станции происходит. Подаем питание. И видим, что станция потребляет 141 микроампер. Это, конечно, немного, но все равно что-то есть, какой-то потребитель даже в выключенном состоянии. Поэтому имейте в виду, если на долгое время станцию оставляете, то лучше аккумулятор тогда вообще снимать. Проверяем ток в режиме ожидания. То есть выждали мы уже больше 100 секунд. Соответственно, все переходные процессы уже у станции включились, ну, то есть дисплей выключился. Если есть режим энергосбережения по времени, то он тоже уже включился. Соответственно, теперь режим D стоит на дисплее, как вы видите, буква D, вот здесь символ. Это, соответственно, означает, что радиостанция следит за и тем, и другим диапазоном, ну, то есть полнофункционально работает, именно как двух... диапазонная станция. И, соответственно, теперь обнуляем статистику и ждем 60 сэмплов и посмотрим среднее время потребления. Ну, то есть это будет эмуляция реального времени работы радиостанции в режиме ожидания. То есть вычислим ток потребления. Так, ну вот, выждали мы 60 сэмплов. Останавливаем. Смотрим среднее значение тока потребления. 6,18 миллиампера. То есть, ну, покругляем, 6 миллиампер. Это очень низкое значение, прямо отлично. Из всех проверенных станций данная станция Лира потребляет меньше всего в режиме ожидания. Измеряем ток потребления в режиме приема. Ставим, соответственно, станцию на полную громкость. Обнуляем статистику и передаем с другой радиостанции. Смотрим максимальный ток потребления на прием. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, максимальный ток потребления на полной громкости на приеме у нас 181 миллиампер. Так, теперь потребляемый ток измеряем на передачу. Соответственно, мощность у нас высокая стоит. Значок H горит. Максимальный ток на передачу составил 1294 миллиампера. Давайте определим реальное время работы радиостанции. Вводим данные. 6 миллиампер
у нас в режиме ожидания получилось отличное значение. 181 мА в режиме приема на полной громкости, 1294 мА это в режиме передачи. И аккумулятор, к сожалению, здесь подкачал немного, 1886 мАч емкость его составила. И получаем следующее значение. В режиме ожидания радиостанция работает 314 часов. В режиме приема 10 часов, в режиме передачи 1,4 часа и в цикле 5590 283 часа у нас получилось, то есть это больше 10 суток. Отличный результат, но, как вы заметили, на приеме мой счет единичку съело. Это из-за того, что включен режим энергосбережения. То есть, если вас это не устраивает, то есть начало фразы, то есть вы сначала должны тогда нажать кнопку передачи, потом уже начинать говорить, ну, буквально через несколько мгновений. Если вас это не устраивает, то вы можете отключить энергосбережение, соответственно, ток потребления вырастет до 139 мА. Это значение уже здоровенное, но зато первоначальная фраза тогда не будет прерываться, соответственно, или съедаться, так скажем. Но тогда в режиме ожидания всего лишь станция проработает 13 часов. Но по умолчанию эта функция энергосбережения включена, поэтому используем эти данные. То есть значение отличное. Строим график КСВ штатной антенны от радиостанции Лира P580UV в диапазоне сначала двухметровом, то есть весь у нас диапазон у дисплея анализатора от 136 до 174, центральная частота 155. Антенна имеет резонанс достаточно ярко выраженный. Так, минимальное значение его у нас на частоте 149 МГц. И величина его 1,48. Ну, то есть, значение неплохое, но, опять же, не в любительском диапазоне. То есть, здесь давайте посмотрим, сколько она на 145 имеет КСВ. 2 ровно. Ну, то есть, не очень это хорошо, конечно. Но минималка, да, есть. Диапазон теперь 400 МГц, от 400 до 470 МГц. Центральная частота 435. Ну, график относительно пологий, но есть минимальное значение. Сейчас я вам покажу, на какой частоте. Ну, примерно на 446, на 444 точнее, но хотя на 446, то есть на диапазоне PMR, тоже он, в принципе, горизонтальный, поэтому примерно значение здесь одинаково. Давайте я посмотрю, сколько здесь. 1,8 у нас. И вот здесь где-то минималка 444 у нас, ну да, тоже 1,8. То есть, ну, запишу я тогда 446, 1,8 единицы. Ну, в принципе, неплохо. В общем-то, неплохо, да, для 400 МГц. В основном конкуренты в 400 МГц вообще имеют графики хуже, поэтому, ну, более-менее нормально. Проверяем максимальную громкость динамика. У радиостанции стоит полная громкость, как вы видите. Фиксируем максимальное значение на шумомере. Начинаем передавать с другой станции. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, прием. Так, максимальное значение составило 117,5 дБ. Отличное значение, в принципе, динамик достаточно громкий, да. По этому вопросу тоже никаких проблем. Передаем с радиостанции Лира P580UV. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Ну что, давайте подводить итоги.
В принципе, недостатков у станции фактически немного. То есть это заниженная емкость аккумулятора. 1886 мАч мы получили. Но скажу, что это все равно, конечно, приличное значение. То есть намного больше, чем у некоторых конкурентов. Далее, по поводу питания тоже, да, все-таки придется возить вот такой родной адаптер, чтобы обеспечить напряжение на выходе разъема 9 вольт. Но опять же, у других станций вообще идет настольная зарядка своя, то есть если ее куда-то переносить постоянно для заряда, то нужно и адаптер нести, и стакан зарядного устройства нести, то есть еще более неудобно. Поэтому этот нюанс тоже такой, но не совсем явный недостаток, да. Третья антенна по КСВ все-таки в 446 она не лучшая, но в принципе более-менее нормальная. То есть 1,8 КСВ на 446 МГц это вполне нормальный результат. Из плюсов по управлению она нам понравилась. Дисплей, опять же, у нее стандартный, жидкокристаллический, с приятной подсветкой. То есть никаких вопросов по нему тоже нет. Ну и еще одно из преимуществ. Если вы готовы научиться работать, сначала нажимать кнопку передачи, а потом уже говорить, то, в принципе, потребление в дежурном режиме в 6 мА это вообще выдающийся результат. То есть 283 часа работы в режиме ожидания, ну, точнее в цикле 5590, это вообще один из рекордных показателей на всех станциях пока, которые мы проверили. То есть существенное значение. Ну, я не помню, у R110 у Рацио, по-моему, тоже близкое к этому значению, но для двух диапазонок это очень хороший результат. По мощности тоже никаких вопросов нет. 4,8, 5,8, ну то есть везде вблизи 5 ватт мощность выходная, то есть как и заявляет производитель. По чувствительности тоже проблем нет, по избирательности тоже все хорошо. То есть вообще я станцией остался доволен, несмотря на то, что модель не новая. То есть если бы производитель сейчас переделал ее с, например, с Type-C разъемом и обеспечил бы питание универсальное, то вообще было бы все отлично. Пишите в комментариях, кстати, про ваше отношение к данной станции и нужно ли ее попробовать в реальных условиях на работу в городе. То есть я планирую это сделать. То есть, скорее всего, возьмем тогда Volksun КГ8D+ на RDA чипе, новый Volksun, который к нам придет, КГ9D+ на Super Гетеродине, и возьмем, наверное, эту станцию и вот проведем испытания в городе, как обычно, на наших точках. Пишите в комментариях, если она должна участвовать, мы ее тогда с собой прихватим. И, кстати, еще анонс, да, для вашего удобства мы сейчас начали составлять общую таблицу всех измеренных результатов у радиостанции. Ну, то есть все вот эти значения, они будут сводиться в единую таблицу для того, чтобы наглядно видеть, какая разница у станций в каких значениях и, соответственно, анализировать, какая станция для вас более приемлемая, какая менее подходящая. Сразу скажу, что таблица до сих пор еще не полностью заполнена, потому что на это тоже нужно время. То есть такие вот бумаги составляются по роликам уже выложенным, потому что у нас, ну, во-первых, мы не так давно начали так комплексно измерять радиостанции. И, соответственно, сейчас приходится самим все ролики пересматривать, все эти значения выписывать и заполнять их в таблицу. Поэтому она пока не полная, времени не хватает. И, кстати, в этой таблице будут значения добавляться не только по роликам, то есть на каких-то станциях, которые мы уже, допустим, проверяли, но не все значения были измерены, мы туда будем добавлять без видео. Соответственно, заходите, я ссылку под видео оставлю. Пользуйтесь, я думаю, что это будет гораздо удобнее, то есть сразу будет все наглядно видно, все
значений измеренных радиостанций. Но на этом тогда на сегодня заканчиваем. У кого есть вопросы по данной станции, задавайте их в комментариях. Кому видео понравилось, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. До свидания.